Для значительной части россиян потребительский кредит на 30, 50 и даже 100 тысяч рублей – достаточно привычное дело. Но бывают случаи, когда нужна сумма, превышающая стандартную. Здесь уже потребуется особый кредитный продукт. Им в банке «Восточный» является кредит под залог недвижимости. Максимальная сумма по данному кредиту – до 15 миллионов рублей. Залогом может служить любая собственность, будь то квартира, загородный дом или коммерческая недвижимость. При этом условия проживания для заемщика не меняются. Он и его семья продолжают проживать на своей площади. А кредитом они могут пользоваться по своему усмотрению. Отмечу, что спрос на кредиты выше среднего существенно повысился. Речь идет о суммах в 1, 2 и даже 5 миллионов рублей. Банк «Восточный» предлагает индивидуальным предпринимателям и владельцам собственного дела воспользоваться умным кредитом «Смарт-кошелек» и пополнить свои оборотные средства в сезон продаж. Доступная ставка по этому кредиту позволит решить финансовые вопросы любого плана. Если вы намерены воспользоваться подобными кредитами, обратите внимание, что банк должен иметь достаточный опыт в работе с клиентами, положительные отзывы и гарантировал надежность всех операций и процедур. Банк «Восточный» вправе называться надежным партнером. Об этом свидетельствует проверка экономическими потрясениями и доверие как со стороны специалистов, так и со стороны обычных граждан. Нина Цапайкина, Денис Бевс, Саратов 24.